Итак, всем привет! На канале стартует новое прохождение, и как я обещал, сразу после прохождения первой киллзоны мы начинаем проходить вторую киллзону. На самом деле обыскался этот диск, очень он редкий, редко встречающийся. Пришлось уже запускать глобальный поиск и, ну, в кавычках, глобальный поиск и брать с рук. Причем достался мне диск аж тиража 2009 года. Российское издание, это самый первый, можно сказать, тираж. То есть этому диску уже 7 лет. Состояние у него не самое хорошее, какое могло было быть бы. Поэтому игрушка будет в некоторых местах подтупливаться, пытаясь считать данные с диска. Потому что работает она только с диска, ее невозможно на жесткий диск установить и запускать с жесткого диска, как многие сегодняшние игры. Ну да ладно. Короче, игра полностью на русском языке, что мне очень даже нравится. И без лишних предисловий давайте начнем. Новая кампания для опытных игроков. Я уже могу считать себя опытным, уж наблатыкался я в первой киллзоне до хренища времени, пока привык к местной боевке. Но теперь вроде как действительно привык. И у меня получается так, что здесь-то как бы я так уже ощутил, что попроще стрелять-то, чем в первой киллзоне. Так что я думаю, нам как раз по зубам будет вот этот вот режим. Погнали! По предыстории еще могу сказать. Действие происходит на планете Хелгастов спустя 2 года после событий первой киллзоны. Внимание! Подготовиться к воздушной операции. Векта решила ответить Хелгастам. Срочно явиться в комнату номер 4 для инструктажа. И прибыла на их родную планету. Дабы дать им торжественный, ну вы поняли. Давай, Сев, пошли. Внимание, а это наш главный герой. Какой-то дядя по имени Сев. Посмотри-ка. Жаль, поближе нельзя подлететь. Мы бы их просто смели. Но у Хелгов мощная система ПВО. Группе Альфа срочно явиться в 3-й отсек для подготовки к высадке. Черт, нам пора. Пошли. Пошли. Почти всю первую волну перебили, но вторая уже готова к высадке. Так, посмотреть задачи. Идти за Гарзой к швартовочному отсеку. Он ведет конвой Мстителей. Чтобы изменить команду, не надо. Сейчас Нервилл выбивает Хелгов с площади Визари. Следующая остановка – дворец. Ходят слухи, что нас отправят к Нервиллу. И теперь мы можем маяк ставить, чтобы не заблудиться. Вообще замечательно. Этот маяк нам будет показывать, куда нам надо топать. Это Эвелин, научный эксперт. Она ищет украденные боеголовки. Привет. А как насчет ядерного оружия? Не знаю. Пока план такой. Это наш друг Рика. Постарел. А это Эвелин, которая, по-моему, про нее рассказывалась в Killzone Liberation. Но я, по сути, не играл в Killzone Liberation, поэтому ничего об этом подробно рассказать не могу об этой бабе. Ну чё, пошли, что ли, не? Зависит судьба человечества. Слушайте, у меня от школьных долгов... Если повезет, схватим самого Визари и посадим его в карцер на сверхновой. Да, я читал свой. Эй, вы двое! Поживее! Я спешу! Меня дома ждет мамочка Гарзы! Второй десант готов? Да! Можем посмотреть, вот... Вот она подтупливает. Отделение с 20-го. Снаряжение. И ты тоже, Натка. Такие зависоны будут постоянно. Потому что, повторюсь, диск не в очень хорошей форме. Да, готовы. Они все так рвутся в бой. Жаль, что не могу пойти с тобой. Как-нибудь справлюсь. Конечно. Удачи, Рика.
Жадал годы, он что-то прокурил и пропил весь свой голос. Ладно, ребята, пора на войну. Наш темплар, который теперь не капитан уже, а полковник. Сейчас мы на их планете. Смотрите, не отделайтесь. Ага. Особенно ты, Гарза. Я не буду спасать твою шкуру, как в прошлый раз на Сарите. А кто тогда начал, как идиот, палить по патрулю? Да ты прирожденный дипломат. Игрушка, как и первая Killzone, работает только в 720p. В те времена это был стандарт. Ух ты! Думаю, Хелги намек поняли. Обожаю свою работу. Может, пристегнешься? Ракетным топливом. Лучше задержи дыхание. Как только приземлимся, подтягивайтесь ко мне или к Севу. По сторонам не глазеть. Не высовываться! Пригнись! Зенитка! Черт! О, черт! Твою мать! Держись! Эйпид, конечно, зашкаливает. Постановка катсцен намного-намного выросла. Вылезайте и быстро в укрытие! Идем! Идем! О, наша пушечка. С коллиматорным прицелом вообще замечательно. Хватит лаяться! Где? Все? Готово. Штурмовая винтовка, нет, не подберу. Здесь можно только два оружия с собой таскать. Пистолет и винтовку. Для автоматической стрельбы. А, зашибись. А, ну да, вот так вот. Здесь фишечка, то есть за укрытие залежаешь, садишься за укрытие. И если нажимаешь левый, то есть отводишь левый стик вперед, то он высовывается. А потом отпускаешь, он опять за укрытие садится. Хитрый виник. Так, мне надо вот это вот раздолбать, по-моему. Да-да-да. Я уже просто проверял, как тут это все дело работает. Что за? Где их командир? Так, а где наш пистолет? А вот пистолет. Он бесконечные патроны имеет, но при этом поменять его на что-то, кроме пистолета, другого нельзя. Так. Вон, видите, только пистолет и вот эта вот хрень. Отдай мне винтовку назад. Привет. Черт. Что-то я прицеливаюсь, а. А, вон ты, сволочь такая. Нифига себе. А че это я? Да я что-то пропустил. Я пока объяснял, что тут да как. Ладно, сейчас сделаем по фэншую. Осторожно! Деплан, пост уничтожен! Зона посадки готова! Вас понял, Альфа. Подкрепление на подходе. Повторяю, подкрепление на подходе. Понял. Готово. Быстро меня что-то первый раз убили. Но здесь чекпоинты расставлены просто-напросто очень хорошо. Ай-яй-яй. Бежим нахрен. Что-то меня тут гасят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да блин, куда ты?
Да что такое? Я же нажал на укрытие, твою мать. Я что-то не понимаю в этом. Пока не привык к управлению. Я же нажимал укрытие. А он, блин, ни в какую не хотел в укрытие становиться. Что-то я не понял вообще юмора. Подкрепление на подходе. Повторяю, подкрепление на подходе. Понял? Ну, сядь в укрытие, тварь. Я когда пробовал, я на этом месте ни разу не свинтился, а во время записи аж два раза умер. Зашибись. О, привет. По-моему, все, да? Нифига подобного. Не все. Да, кстати, у нас гранатки же есть же. Я теперь понял, почему. Мне надо прицел убирать, чтобы он мог в укрытие садиться. Ну ладно, будем разбираться. Пока что туплю чисто из-за управления. Не из-за сложности ни разу. Прыжок, сказали. Так, а ну-ка, там еще что-то есть. Нет места. Отлично. По-моему, нам сюда. Хедшотик ему, хедшотик поставь. Поставил. Отлично стреляется. Прям нравится. Так, вот тебя надо снять. Тебя снимем. Тебя снимем. Так, где еще? Там он еще кто-то стреляет. Беглый огонь из-за укрытия ведут, а? Сволочи. Готов. Чё там? Кто еще остался? Так, гранатку им туда. Красноглазики! Мочи линуксоидов! Так, давайте ему это самое... Ближний бой! Нет? А как ближний бой-то? А, вот так. На другую кнопку. Так. Халгасскую пушку я брать не буду, блин. Кстати, тут в ящичках вроде как патрончики лежат. Надо вот не забывать оглядывать места. Вот, например, это ящичек? Нет, это не ящичек. Пересева, поднимайтесь к пункту управления и откройте шлюз. Надко, будь начеку. Конвой прибудет в любую минуту. Не проморгай! Ну, мои натя. Так, где? А, лифт. Понял.
В лифт, значит, в лифт. Так, что-то я здесь не пролезаю. Осторожно, не порти прическу. Командная работа. Тяни! В некоторых местах, да, текстурки явно страдают отсутствием антиалайзинга. Ну, фигня все это делать. Главное, что стрелять интересно. Кому нужен графон? Вот, вот здесь опять же будет подгрузка, загрузка, так, патрончики. Вот, вот если это вот разбить, то здесь, как правило, бывают патроны, но у меня максимум сейчас. Такие вот ящички нельзя пропускать, там боеприпасы. Они уже прорвались через шлюз? Нет, держим позицию, пока не придет подкрепление. Да ладно. Что-то я как-то не очень в ударе, на самом деле. А, он упал? Эй, не надо. Не надо так делать, ты чё? А ты откуда стреляешь такой красивый? Как интересно, они чпокают эти каски. Вообще отлично, действительно. Как видите, здесь целиться гораздо удобнее, хотя, казалось бы, на геймпаде. А, в общем-то, очень удобно сделали ближний бой. Я понял, что ближний бой там и так далее. Так, гранатки. Где Хелги? Надо немножко подождать. А то что-то меня там как-то гасят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Убьют! Не, нормально. Выдержал. Пробила. Это все моя кровь. Ты чё там? Давай, вставай. Спасибо, Сев. Да не за что. Попали токи. Он так смешно блеет, когда в него попадают. Попали, суки. Держи вкусняшку. Где ты там? А ну высунись, тварь такая. Так, я вспомнил, как у меня ближний бой. Да ладно, ты еще живой? А, убьют, 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 убьют. Ну, теперь нормально. Блин, я думал, с одного удара можно класть их. Сев, Гарза, конвой здесь. Открыть шлюз. Сделаем. Сейчас сделаем, действительно. Так, есть тут какие-нибудь пушки? Нет, это пушки хелгаские. Мне патрончиков, наверное, да? Это не патроны? Нет. И это не патроны. Ну чё, открываем? Открой, пока я взламываю. Ага. Готово.
хоть немножко кому-то. Не надо. А, ты не попал. Блин, а она все равно задела. Тихо. Я забываю, что надо держать. Ой. Так, сиди, отдыхай. Сюда зайти. А у меня гранаты кончились, твою мать. Давай, высовывайся. Ты один остался, дружочек. Сука. Не попали. У! Там что-то как-то жестко. А кто стрелял? А, ты стрелял. Ну-ка давай, высовывайся, высунись. Вот так вот. Да ладно, я ж тебя попал. А, вот теперь попал. Все, что ли? Вот и все, пойдем. Блин, у меня патронов нет, мужик, надо бы. Надо бы что-нибудь это самое придумать с патронами-то. Как бы. Нет тут никаких ящиков. Здесь вот, например, нет. Ну, это печально. Я просто не хочу брать халганскую пушку. Почему у нее нет коллиматорного прицела? У нее простой прицел. Нет. А, во. Дайте патроны, да. Дали патроны. Правда, маловато как-то. Здесь это не ящик вроде. Или это ящик все-таки? Да, это ящик, походу. Надо открыть. Так, шлюз. Винтовка 114. 152. Да мне не надо, мне и так нормально. Да я живу. А, я забыл прицел отключить, твою мать. Да, буду путаться. Буду путаться в этом управлении. Буду путаться в этом управлении еще долго, похоже. Потому что я нажимал на укрытие, но я забыл убрать прицел. Не дайте им открыть шлюз. А где тут кто? А, во. Блин. Я вроде попал. А оказалось, что не попал. Так, давай, день, давай. Это. Блин. Гадов! Убить! Надо открыть шлюз! Используй клапан! С удовольствием. Становится жарко!
упал? Вроде упал. Так, там вроде как... Да-да-да, вот так вот. Вот другой разговор. Че, использовать клапан? Давай, используем. Че? Удерживайте L и R против часовой стрелки, отпустите, затем поверните, повторите. Нифига себе. Это было довольно-таки странно. Ворота открыты. Сев, Гарза, молодцы. Конвой отправляется. Я хочу, чтобы вы двое оставались наверху и прикрывали нас. Так точно. Пошли. Ну, пошли. А куда пошли? О, пацаны. Аналогично, мужик. Блин, да. Я был уверен, что оно взорвется. Оно не взрывается никак. Осторожно! Осторожно! На куски порежу! Пошли. Надо поменьше стрелять, по ходу дела. Так, подожди. Что-то у него какая-то странная была винтовка. Нет, это вот 52-я, она мне не пойдет. Так, погнали. Блин, я хотел вот эти вот хрени сбить, а они не сбиваются. Я думаю, они взрывоопасные, нифига подобного. Так, куда нам теперь-то? Вот я понимаю, что вот сюда. Гарза тут уже стоит. О! Денег нету. Чист. Можете проезжать. Патрончиков нету. Патрончики бы мне. Бы. Дай-ка я. Вот это вот ты будешь бить. А я пойду вон туда схожу. Может быть, тут есть патрончики. Что-то тут вообще ничего нет, наверное. Так, что это за винтовка? Ну-ка, давайте посмотрим на нее. Да ну... Опять же, без этого. Без коллиматорного прицела. Не торт. Не торт. Так, загрузочка. А это что? Это наше. А это что? Это не наше. Хелган. Может, что есть? Интерактивность, ёпта. А это что такое? Один из двух? А что давай это такое? Сев, они повсюду! Не подпускай Хелга, Сев! Ах ты чёрт! Не могу снять ракетчиков! Сейчас помогу. Я так патрон найду. Да ладно. Я ж тебя выстрелил прям в бошку, по-моему. Нет. Похоже, что не в бошку. Задели, суки. Задели, суки. Вот суки. Еще в каком?
Да нормально. Он косой не попадет. Черт, чуть не убили. А по-моему еще не конец. Они что, умерли все что ли? Похоже, да. Что еще тут есть? Мне нужны ящики с патронами. Прямо жестко нужны ящики с патронами. О! О! Че, все? Все, отбились! Так держать! Прикрывайте нас! Нормально. Похоже, нам туда. Куда? Сеф, идем. Пойдем. Открывай. А это молодца. По-мужски. Два патрона, донор. Больно. Ой, блин, я думаю, я упал. Уничтожайте. Так, хелгаскую символику, чтобы получить чего-то там. Ну, ладно. Там патроны. Это хорошо. Пошли. Патрон пригодятся. Ой, я тебя вижу. Бери. Че, все? Помер? Кажись, помер. О, я тебя вижу. Сейчас я к тебе приду, ты только не волнуйся. Блин. Тихо, тихо, тихо. Сука. Да, блин, тут ближний бой какой-то странный. Он взял, проскочил. Мимо. Просто-напросто. Пока я разворачивался, мне наваляли. Вот это вот не очень хорошо. Ладно, больше не буду ближним боем пользоваться. В первой части с этим было как бы попроще. Там была кнопка Quick Time Event, да, и с одного удара валили всех. Патроны кончились! А здесь как-то не очень. Эй, Гарза, помойся! От тебя несет за километр! Ничего, принюхаешься. Хорошо, что здесь чекпоинты расставлены очень даже часто. Загрузки, загрузки, загрузки. Фризы постоянные, вот такие вот фризы. Вот сейчас вот. Она вообще зависла, нет, не зависла. Вот такие вот фризы будут, ну да. Куда ж деваться? Ого, нехило так. Привет, пацаны, как мы рады вас видеть. Чего тут делаешь? Провожу разведку в северном секторе. Когда мы победим, с меня выпивка. Ловлю на слово. Черт! Вот там держись! Сюда. Нос выше! Нос выше! Сев, Гарза, защищайте конвой. Пулемету. Как вам пулемету? Где пулемет? Какому пулемету? А, вот пулемет. Ну-ка, давай поговорим. А, да-да-да. Мясо, 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 мясо. Еще хочу. Нет, по-моему, они больше отсюда не вылезут. О, видел? Да. Видели? Чуть не накрыло.
А он еще и был пулемет, кстати. Уберите мусор с дороги! Конвой должен ехать дальше! А как? Посмотрим, выжил ли кто-нибудь. Так, зачистить место крушения. Пошли. Давай, открывай. Опять у меня куча патрончиков. Разо. Давай, шевели коряпками быстрее в натуре. Коряпками, говорю. Культяпками, конечно. Черт! Нет! Нет! Ах ты, сука! Нашего братюню завалил. О, подло такое. Ну-ка, иди сюда. Готовься сам. На-ка. Угу. Да я тебя вижу. Еще бы, я тренировался. У нас гости. Так, надо отдышаться, пожалуй, что. Тут. Бери ракетницу. Бери ракетницу. Очистим город от хелгасских ублюдков. Да я не хочу, ну, блин, не хочет за хорошую пушку оставить себе. В смысле? В какую дверь? А, вот в эту? Да, походу на то. А где ракетница-то? Вот это? Да вроде нет. Так. Подожди. Так, стрелять в дверь. Разнеси да. Дверь, Сев. Да я просто ракетницу искал. Вы показываете дверь, а ракетницу не показываете. Отлично. Так, я ведь могу, да? Нет, нифига. Вот видите, даже если поменять оружие, то... Как бы пистолет, он у нас постоянно. А вот вспомогательное, то есть вспомогательное оружие, наоборот, у нас одно единственное, а вот основное можно менять. Это печально. В третьей части, в первой части Сев, хотя бы три оружия было. Носят. Мы тут под такой обстрел попали. Да мы тут. Что-то взял. Два из двух. Загрузочка. Сейчас, наверное, еще будет загрузочка, да? О! Привет! Хм, странно. Я вроде целился прямо в него. Это мне? Нет, это не мне. Ракета! Вижу цель! Слушай, ты, может быть, как-то... Как ты меня пропустишь? Ого! Сев, Гарза! Конвой встал! Мы под обстрелом! Снимите ракетчиков с башен! Сейчас все будет. Вроде нормально. Тихо. Да ё-моё, я просто не успел добежать до укрытия. Потому что здесь укрыться было вообще негде. Пипец. Снимите ракетчиков с башен! Сейчас все будет. Я подожду. Вроде меня не атакуют. Долга ступи!
Так, твою мать. Подожди, я перезаряжусь. Чёрт, танк! Укрытие! Не могу подобраться, там пулемет! Черт! Еще немного, и всех нас порвут! Нормально, пулемета нет. Нифига себе! Врача быстро. А почему ты меня не спасаешь, дружочек? Снимите ракетчиков с башен! Хотя вроде должен быть этот... Ой, блин, я не туда вообще кинул нафиг. Вот где было укрытие-то. Тихо. Да нет, опять убьет. Да блин. Что-то жесткое место. Пока прицелишься в одного, другой убивает. Снимите ракетчиков с башен! Гарза, ты хоть там что-нибудь делай. Я понял, что граната. Ракетчики, понимаешь. Да, тут они быстро бегают, конечно. Еще и геймпад трясется, как умалишенный. Надо вибрацию отключить. Да сейчас все будет. Еще немного, и всех нас порвут. Да нормально, нету пулемета больше. Зачистите эти гребаные бункеры. Вот теперь нормально. С какого-то раза, 100-500-го. Еще один. Я да. Такое есть. О, привет. Ты что, сам себя подорвал? Ну ты красавольчик, нет? Нет, 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 Гарза, давай хоть ты что-нибудь сделай, нет? Не будешь? А, ну я убил его. Что надо делать? А, сюда зайти, понятно. Я вроде правильно кинул гранатку. Гарза, Гарза, отвлеки этого. О, спасибо. Молодец, Гарза. Так, а что там? Как мне наверх забраться? Можно как-нибудь? А, вот так вот. Умри с улыбкой. Сев, тут лестница. Где? А, точно, смотри-ка, лестница. Сказать, что очень хорошо прямо. Так, а что мне надо? А, туда? Сев, Газа! Уничтожить танк!
Пули его не возьмут. Возможно, ракетная установка. Где ракетная установка? А, вот ракетная установка. Возьмем ракетную, мать его, установку, мать его. Так, сейчас я подбегу. Здесь ведь я могу? Не, ни хрена. Хотел по-хитрому обойти. Не получится. Это надо же было так промазать, твою мать. Да блин, Горза, ё-моё. Без тебя тут тошно. Я понял, что там. Залезай и веди. Мне не нравится такой расклад. Погнали. Они убили водителя танка. Сюда, Сев. Да подожди, я поменяю пушку. Господи. Где эту? Ух, меня чуть было не порешили. Я думал, халгаский. Ну все, пацаны. Где еще танк? Я проехать не могу, к сожалению. Увидеть бы еще его. Что-то непонятно. А где этот ваш танк, который вы так... Ах, вот он. Ах, вот ты где. Готово. Чё дальше? Господи. Вражеская бронетанковая часть. Начинаем артобстрел. Отходите быстро. Куда? Я запустил ракеты. Я тут все разнесу. А что мне надо делать-то? Ну-ка. Защитить конвой. А куда нам ехать? Они просто стоят и ничего не делают. А, вот оно. Где? Да, конечно. Готово. Может, эту штуку можно раздолбать как-нибудь? Нет? Нет, танк ее не может раздолбать. Бронированная. Стреляет. Я вообще утратил нить происходящего на этом. Вот и они. Отлично, Альфа. Остальное наша забота. А, вот. Теперь отправляйтесь на площадь Визарий и помогите капитану Нервилу. Блин, отдайте танк. Странная была миссия, на самом деле. Непонятно, что надо было делать. Капитану Нервилу срочно нужна ваша помощь. Конвою достается по полной. Площадь Визарии.
Подумать только. Поживее, Гарза. Я бегу. Никогда не видел такой бойни. Да ты что? Одно я знаю, Нервилл крепкий орешек. Если уж ему нужна помощь, то дело труба. Ну ладно. Посмотрим, что там дальше будет.